Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня играем в лотерею Лимоны, довольно-таки интересная лотерея. Она у меня уже со временем, скажем так, очень зашла, очень понравилась. Почему? Потому что здесь, друзья, довольно-таки неплохие выигрыши. Но бывает по-разному, скажу вам честно. Бывает такое, что не ждешь выигрыш 200 рублей, а его даже 2 попадается, допустим. Либо же наоборот, ждешь-ждешь его, а его вообще нет. Может вообще по нолям все быть. Сегодня 4 билетика, кстати, приобрел. Друзья, по правилам игры стираем монетку. Здесь будет написана какая-то сумма, ну и либо без выигрыша. Вот такое бывает. Обязательно подпишитесь на канал Технобар Плюс. Это раз. Прожмите лайк этому видео 2. Напишите комментарии 3. И перед тем, как это все делать, обязательно включите VPN-сервис любой страны. Дабы не пропустить последующие видео, обязательно нажмите колокольчик. Ну а VPN, он нужен для минимальной хотя бы какой-то монетизации. Поехали. 0 рублей, первый билетик, второй билетик у нас, 0 рублей, неужели будет третий 0? Нет, третий то, что я хотел, друзья, 200. Вот он, этот выигрыш. Ракушка улетела, 200 рублей, друзья. Ну и такое бывает тут, хорошо. Так, и последний билетик у нас по нолям. Итак, друзья, сегодня у нас выигрыш вот такой, довольно-таки интересный, такое бывает частенько. И желаю вам таких билетиков побольше. Подписываемся на канал Технобар Плюс. Желаю всем удачи.